Еще раз. Аристократ, комплекс 34 номер, правильно? Это офис. О, офис, да. Мне просто сказали, что офис Гройсмана здесь, мне нужно прийти. Кто сказал? Ну, сейчас я вам так и сказал, кто мне сказал, да? Кому вы пришли? К Владимиру Борисовичу, правильно пришел в офис? Здрасте. Можно? Ваша фамилия? Сидорович. Так, это меня здесь ждать или что? Нет, вам придут. А, все, окей. Назначали, да? Что? Назначали? Да, мне сказали, что Владимир Борисович, ну, в курсе. Владимир Борисович Гройсман. Мне сказали, что он в курсе. Ну, пока вы все. Так, а подождите, а он вообще есть у себя или нет? Он приехал. А, спасибо. Нету его пока. Так как нету? Вы же сказали только, что он есть уже. Да нету. Не приехал еще. Так а мне что делать? Ну, ждите, созвонитесь, кто вас там назначал, не знаю. Я не в курсе. Если пока нету. Я же вам уточнил. Позвонил на лифт. Да, ну как так? Просто мне назначили, вы говорите, что он есть, а теперь вы говорите, что его нет. Ну перезвоните, кто вам это самое, с кем вы договорились. Конкретно. Ну нету. Я же уточнил его сейчас. То есть, а сколько он будет, не знаете? Я не знаю, у меня график его не рассказывает. То есть созванивайтесь, где кто шел, как. Без понятия. Без понятия. А хотя бы приблизительно, в котором часу? Да он по-разному приезжает. Бывает после обеда где-то, не знаю. Бывает после 12, бывает час. Ну, по-разному. Вы спрашиваете такие вопросы, я же его в рамках не знаю. У них там свои. Мы у нас свои тут функции, там у него своя охрана и у них свои подписи. Так что не курсе. Созванивайтесь, с кем там вы решаете вопросы. Тут мы. Я ничем в этом не могу. Так что. Я вас понял, спасибо.